Не меркнет летопись Победы. Под таким названием 6 мая в час дня в культурно-выставочном центре откроется выставка материалов районных газет времен Великой Отечественной войны. На выставке будет возможность узнать, как трудились и воевали наши дедушки и бабушки, прочитать письма в газету земляков, ушедших на фронт. В газетах в то время печатали хронику наступления советских войск, статьи о том, как последние деньги и продукты зауральцы отдавали фронту, как растили эвакуированных сирот. А еще районки проводили акции по сбору средств на танки и самолеты. В трудные годы было место и юмору. Газеты публиковали частушки о войне и карикатуры на фашистов. Экспозиция «Не меркнет летопись Победы» будет открыта в культурно-выставочном центре 6 по 29 мая. Вход свободный. Позже выставка будет показана во всех районах области.